Всем привет! Сегодня мы узнаем, как изменить формат видео или как добавить черные рамки. Еще мы узнаем, как это делается правильно. Откроем наш проект. Добавим видеофайл. В свойствах файла обратим внимание на его параметры. Я отключу звук, мне он не нужен здесь. И создадим последовательность. Здесь также обратим внимание на ее параметры. Выставим нужную частоту кадров. Добавим наш файл на монтажный стол. Наша картинка формата 1920 на 1080. Это хорошо, но данный формат меня не устраивает. При наведенном курсоре на нужное окно нажимаю на клавишу тильда в англоязычной раскладке. Тем самым разворачиваю данное окно для удобства просмотра. Да, все хорошо. Но меня не устраивают некоторые вещи в кадре, поэтому я изменю формат. Выделяем наш файл. В эффектах выбираем Crop, кадрирование. И выставляем границы подрезки сверху и снизу. Тем самым мы добавляем черные рамки. И изменяем формат нашего видео. Все лишнее убрано из кадра, и он теперь выглядит опрятней. Также мы можем эти границы анимировать, придав им некую интерактивность. Вроде бы все неплохо, но это немного неправильно. Да и некоторая последующая коррекция будет неудобная. Посмотрим другой способ кадрирования. Зайдем в свойства последовательности и выставим нужную нам пропорции. Подправим положение нашего файла, смасштабируем. Теперь мы видим нужный нам наш формат, но есть некоторые нюансы, которые позволяют нам данный способ подкорректировать. Например, мы в верхнем углу видели ноги проходящего человека. Мне это не нравится, поэтому я просто меняю положение кадра. Так гораздо лучше. При способе кадрирования через Crop нам бы пришлось чуть побольше повозиться с данным нюансом. Отправляем наш проект на экспорт. Я выставляю качество 5. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего видеомонтажа. Счастливо!